Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас! Надеюсь, у меня получилось немножко заинтересовать вас тем, что вы увидели, той технологию, которую увидели. Видео из реальных кадров состоящих, которые действительно есть в нашей реальности, на нашей планете, в Белоруссии и в Объединенных Арабских Эмиратах, с распространением на весь мир для всего человечества. Здравствуйте, меня зовут Артем Курбанов, и с вами презентация от компании SkyWorld Community. И сегодня, как вы поняли, мы рассмотрим новую транспортную отрасль. Транспорт будущего, который мы создаем уже здесь и сейчас. Но в первую очередь, поскольку самый важный ресурс человека – это время, я бы очень хотел сэкономить время каждого. И спасибо большое, что вы пришли сегодня сюда. Если хотя бы один из этих побуждающих факторов, которые вы видите на экране, откликается вам, то вы стопроцентно найдете, как использовать эту информацию, которую вы сегодня получите, в свое благо. Поэтому, если вас интересует дополнительный доход, финансовая независимость, собственный бизнес или личностный рост, может быть, вас интересует помощь другим или новые знакомства с интересными людьми, нахождение единомышленников на этой планете, это все есть здесь, уверяю вас. Либо желание уйти с работы, либо оставление наследства своей семье, своим потомкам. Ну, или вы, как я, не можете упустить в себе мысль, что каждый человек влияет на то, что происходит на планете. И я понимаю, что мои действия, мои решения, мои слова, мое время и внимание меняет будущее планеты. А с помощью данной технологии, этого инженера и конструктора, который изобрел эти технологии, после которых мы будем продвигать еще новые и новые, которые уже по факту готовы, ждут своего времени, вы точно попали в нужное место и в нужное время. Поэтому расслабьтесь, устраивайтесь поудобнее, возьмите кружечку кофе или чая. А если у вас не очень много времени, пожалуйста, сделайте фотографию вот этого вот слайда. Заодно его можно будет показать своим близким или знакомым. Расписание мероприятий на этот месяц. Сейчас у нас осталось еще 4 презентации. 14, 20, 27 и 28. Так что, дамы и господа, прошу, приходите, приглашайте. Как минимум один раз каждый человек на планете должен узнать, что такая технология есть. В ней можно участвовать, ее можно ускорить, и можно стать совладельцем огромной всемирной транспортной отрасли. А теперь поподробнее. Меня зовут Артем Курбанов, я из Латвии, из города Даугавпилс. Всю свою жизнь я делаю мир лучше. Сначала локально, мне всегда хотелось, чтобы люди больше улыбались, меньше страдали, меньше плакали. И мне всегда хотелось собирать людей вместе, чтобы я мог создать трансфер информации, трансфер помощи друг другу. И с удовольствием преподать те знания, которые я постиг за последнее время. И в 2016 году я узнал о том, что существуют такие проекты, как краудинвестинг и краудфандинг. Это народное финансирование. То есть люди собираются вместе, их интернет связал. Вот такая важная вещь, которая позволила этому случиться. И у каких-то людей есть идея, а у каких-то людей есть средства, но нет идеи. А у этих есть идеи, но нет средств. Они объединяются в интернете. Через интернет международные становятся проекты и создают свои продукты, услуги и товары. То есть таким способом создается лучшее из лучшего, действительно то, что нужно, потому что плохие проекты не финансируют, в них нету смысла, нету ажиотажа, потому что люди понимают, мне это нужно или нет. И поэтому люди создают народные технологии, народные продукты. И каждый человек на планете, представьте, абсолютно каждый, может участвовать в подобных проектах. Таких сейчас тысячи запускаются. В год точно больше 500. Представьте, сотни миллиардов долларов люди собирают, кооперируют вместе. Без банков, без кредитов, без крупных корпораций, без государств. Сами. И каждый такой проект становится международным.
потому что им интересуются люди с разных стран. В итоге я узнал о данном проекте и увидел его масштабы спустя год. В 2016-м решил, что стоит поддержать его, неважно, получится, не получится, и еще не знал, действительно ли такое существует, или это обман какой-то, как-то все футуристично, странно, слишком из будущего, слишком много пользы. Но это я еще мало изучал. В 2017 году, уже год поизучав данную технологию, данного инженера и данный проект, я понял, что это один из важнейших проектов на планете. И ученый, который это изобрел, действительно гений. Я решил, что я должен рассказать другим людям. И поэтому я понял, мне нужно направиться в компанию, узнать, кто его двигает, с кем я работаю, как это все будет. И я так и сделал. И с 2018 года, когда я понял, что все реально, все работает, они двигаются, создают новый экологический транспорт, закрывающий технологию, то, что больше всего необходимо человечеству, я понял, я в нужном месте и в нужное время. И буду помогать данной технологии, которая уже на 14 из 15 этапов развития, реализоваться, сделать себя мощной и помочь изменить ход истории человечества. Потому что она изменит очень многое. И сейчас я подробнее вам расскажу, почему. Наша планета. На ней живет почти 8 миллиардов человек. 8 миллиардов. И наша, она не наша. Потому что человек – это один из 12 миллионов видов на планете. Мы просто самые влиятельные. И причем не скажу, что самые разумные, с учетом того, как двигается наша планета, что с ней происходит сейчас. Мы заполонили всю планету. Заполонили планету, сделали ее своей, используемую как только хотим. Но есть и хорошие процветания. Люди украшают планету, люди очищают планету, люди делают лучше. Поэтому люди бывают разные. Именно поэтому кто-то сейчас занимается неэффективной, несозидательной деятельностью, а вы, дорогие друзья, именно здесь смотрите, изучаете, познаете новое, чтобы что-то изменить в лучшую сторону. И сейчас нас еще не так много, но мы имеем огромные проблемы. Мы имеем огромные проблемы от количества людей. Но если мы посмотрим, нас много, то есть планеты много, Земли много, а, ну, так скажем, мы не перенаселили нашу планету. То есть проблема не от этого. Проблема от того, как мы передвигаемся. И что? Значит, одна из важнейших вещей, кроме наших городов, это сейчас города, вы видите, это транспорт, на котором мы передвигаемся между городами. И этот транспорт, например, порты, водный транспорт, один из самых давних, но очень-очень-очень медленный. Хотя сейчас по нему идет огромное количество грузоперевозок и пассажироперевозок. Далее. У нас есть аэропорты. Сейчас в пятом технологическом укладе наша авиация достигла небывалых высот. Единственное, что это дорогостояще. Это занимает много времени дойти до самолета и потом выйти из самолета. Уже когда ты можешь спокойно передвигаться. Все это с такой логистикой занимает огромные потери времени. И какой ущерб нашему воздуху? Сжигание тонн, тысяч, миллионов тонн топлива. Но это эффективно и достаточно безопасно, потому что их хорошо проверяют. Далее, следующий интересный и очень полезный, который последние 150-200 лет нас, так скажем, все человечество помогало развиваться, это железнодорожный транспорт. Да, он опоясал уже весь мир, потому что с него было начало нашего индустриального такого пышного развития. Но средняя скорость такого транспорта, с учетом погрузки и разгрузки, 15 км в час. И сейчас, при том, что наши самолеты некоторые двигаются более 2000 км в час, мы понимаем, что технология поездов, она немножко устарела, как минимум в том виде, в котором она сейчас представлена, на первом уровне. И ее необходимо модернизировать. У нас есть дороги, автодороги, которые перерезали абсолютно всю Землю. Вроде бы как вены, сообщение нашей материи между городами, наших товаров. Но, к сожалению, вся Земля под ней. Она мертва, она не дает кислорода, она не дает плодов.
И этот транспорт на первом уровне, он занимает то пространство, которое предназначено для жизни живых существ разных видов, для флоры, фауны и человека. Но у нас есть первый уровень, и с учетом технологий мы передвигаемся больше здесь. Но технологии-то в 21 веке дают нам такие огромные возможности. И в наших городах, которых так много, которые постоянно расширяются, и количество людей растет, этот транспорт уже более неэффективен. И его необходимо заменить. Потому что из-за этого транспорта и города уже начали выглядеть немножко по-другому. Согласитесь, данный город не очень похож на место для жизни чего-то живого. Нету зелени, нету голубого, не видно цветов. Понятно, что здесь масштаб, но это выглядит как микросхема. Как будто это действительно микросхема. И тут только техновибрации, постоянный шум, мало кислорода, мало биологии, мало жизни. И, к сожалению, города строятся все выше, все больше забирается каждый участок, каждый сантиметр для того, чтобы продолжать там жить. Ведь не могут целиком город, кусок снять и построить по новым технологиям. Сейчас делают в некоторых местах, да, но проще строить новый город. И мы получаем, например, вот такую логистику, все более-менее лучше, но это единицы мест, где действительно будет хорошая логистика, потому что в большинстве своем мы будем видеть вот такие ситуации. Когда я был в Лос-Анджелесе, город от Сан-Диего распространялся на пол Калифорнии, потому что один город уже перетекает в другой. Хотя там достаточно молодые города, но очень быстро развивающиеся. И если нас связывает транспорт первого уровня, сейчас, в 21 веке, мы имеем огромные проблемы. Он нас замедляет. 40 полос, Китай, фотография слева, которые идут на сужение. Представьте, какое количество времени люди начали тратить в транспорте, хотя это была причина нашего скорейшего развития. Быстрее перевозить грузы, быстрее перевозить материал, чтобы создать какой-то продукт и его перевезти, пассажиров. Но транспорт перестал быть таким эффективным, потому что все на первом уровне. Мы должны понимать, осознавать, что вот эта вот поверхность Земли – это и есть наше пространство, пространство для жизни. Когда я был в Лос-Анджелесе, там город уже не для людей, а для машин. То есть мы видим, что некоторые города, особенно мультимиллионники, действительно задыхаются. Задыхаются как в прямом смысле от испарений, от двигателя, у которого внутри сгорает топливо. И все это выходит наружу. Этим дышим мы в городах. И количество машин сейчас просто огромнейшее, потому что это самое как бы удобное транспорт. Мы видим, как наши города заполняются, негде поставить машины. То есть данная транспортная отрасль перестала быть позитивной и начала приносить такой вред, что уже начинает подходить к пользе. То есть понятно, мы транспорт не выкинем никуда, но видоизменить его необходимо. Потому что именно из-за скорости транспорта, из-за того, какой он, мы съезжаемся в города, происходит урбанизация. Мы хотим быстро делать дела, быстро добираться до места. Но все зависит от транспорта. А скорость зависит от того, что же у нас за устройство, что там у него внутри. И сейчас жить в таком городе может быть эффективно, но я думаю, что для каждого понимает, насколько это болезненно для нашего тела. Быть далеко от природы. Настолько далеко. И чем больше становилась скорость, которая может достигать транспорт, тем больше становились города, потому что можно было удобнее добраться из точки А в точку Б при большей скорости. Потом они стали там 5 километров, 10 и больше. Сейчас как Москва, огромный город, с которого с одной стороны на другой несколько часов, несколько пар часов ехать. И мы понимаем, что решение есть. Технологии сейчас есть, но почему-то как-то все тормозится, почему-то не дают эту репрессию, революцию сделать в экологическом транспорте, в других видах транспорта, потому что все завязано на автодорогах, на нефти, а транспортная инфраструктура является самой дорогостоящей в мире и самой коррумпированной.
Поэтому весь электротранспорт, который продвигался в последние 20 лет, очень жестко пресекался. Пресекался некоторые машины, у которых были действительно серьезные аккумуляторы, их просто исключали, покупали и закрывали, уничтожали так, чтобы даже не было ни одного экземпляра. Такое случилось с японской, например, компанией. Мы понимаем, что идет противодействие, потому что это чей-то бизнес и кому-то мешает. Но наши города расширяются, люди рождаются, планета расширяется, именно население нашей планеты. И мы все равно, нам необходимо потреблять, нам необходимо получать наши товары, наши услуги, быстро передвигаться. И наши города в любом случае будут что-то делать. Например, как здесь, второй уровень дороги. С одной стороны, это решает проблему, потому что иначе город будет стоять и дымить, будет неэффективен. Но какой ценой? Первых 4 этажа жителей никогда больше не увидят прямого солнечного света. А это не очень хорошо, потому жить в такой квартире, когда ты не можешь насладиться солнцем и постоянно этот шум. То есть мы понимаем, что в таком количестве уже не справляются города, в таком количестве не справляются дороги. Она становится все больше. Поэтому люди изобретают разные возможности, делают разноуровневые дороги, разные разъемы, круговые кольца, но это все первый уровень. Это все тот же уровень, где флора, фауна и человек. То есть там же строить нету смысла. Вынести вниз под землю очень дорого. Огромные земляные работы, как много нужно вырыть, как много нужно положить. Это невероятные затраты, работы. Поэтому этот вариант не вариант. И остается вверх. То есть вынести транспорт на другой уровень, на второй уровень, там, где ему ничего не будет мешать. И такие технологии есть. Не так вот, как вы видите сейчас, потому что это все равно неэффективно. Эксплуатационные расходы достаточно большие, это долго не будет стоять, это нужно будет чинить, жить соседям. Например, когда у тебя по потолку ездит транспорт, наверное, не очень приятно. То есть те варианты, которые сейчас пытаются применить, к сожалению, они неэффективны. Вы понимаете, что в таком доме жить не совсем приятно. Но то, что пытаются разместить транспорт на другой уровень, освободив первый уровень для флоры, фауны человека, это отличное направление. Но есть уже технологии, которые доведены до идеала на данный момент, на 2021 год. Например, как по логистике. Мы можем посмотреть, что с первым уровнем. 200 человек в 177 машинах больше 2 кварталов места занимают, почти 3. Но если без машин, они, получается, очень даже немного места занимают. То есть большую часть места занимает сам автотранспорт, плюс его парковка, когда он просто стоит долго, пространство простаивает. Не самый хороший вариант. Если мы пойдем дальше и поместим этих людей в 3 автобуса, какие сейчас распространяются по Европе, электрические автобусы, достаточно хорошо работают и хорошо себя показывают. Смотрите, как много места мы освободили. То есть, если в городам делать чуть более разумную логистику и использовать тот же электротранспорт, ну, тот же транспорт, так скажем, но уже электротранспорт, можно очень сильно расслабить артерии города, сделать большую пропускную способность. И не будет так много сжигаться топлива и так много испаряться в тот воздух, которым мы дышим в городе, всяких неполезных веществ. И последний вариант. Один легкий экологический поезд, который вмещает в себя 200 пассажиров, который в городе может передвигаться, например, со скоростью 150 км в час, а междугородний до 500 км в час, а в будущем и до 1200 км в час передвижение в фарвакууме. Одна из разработанных технологий нашего генерального конструктора. То есть, изменяя логистику, мы тоже можем очень сильно помочь. С учетом того всего, что мы сейчас знаем, как науки, мы действительно можем сделать разумный транспорт, распределить его разумно по городу, чтобы он был нам эффективен и не наносил вред. Потому что в некоторых странах
этой культуры движения практически нет, потому что ее трудно сделать, трудно осуществить. Очень дорогостоящие земляные работы и дорогостоящие, так скажем, транспортные отрасли общие, построить автодорогу или автобан. Это очень дорого, очень трудоемко, много ресурсов, много времени. Поэтому люди передвигаются как им удобно, как они могут позволить себе, потому что всем необходимо либо учиться, либо работать, что-то куда-то доставить или забрать. И люди двигаются, неважно, есть асфальт, нет асфальта. Также наши грузоперевозки, наши товары. Цена от этого складывается, от того, сколько они стоят, сколько они плывут, насколько это эффективно и дорогостояще, как много топлива мы на это тратим и так далее. То есть этот процесс, процессы передвижения на старых видах транспорта с помощью старых транспортных отраслей, он больше неэффективен. И, например, чтобы доказать это, недавно в Суэцком канале застряло судно, одно судно, которое создало пробку стоимостью в миллиарды долларов. Это действительно чуть ли не на полпланеты, потому что огромная, огромная ситуация. Это огромные потери для множества компаний. Вот так это выглядело сверху, а вот так это выглядело на месте. Представьте, насколько огромный просто он. И сели на мель. Сели на мель, потратили много денег, много времени. Все это было связано, так скажем, с другими кораблями. И да, это день простое, его всего за день, по-моему. Но потери понесли все. Миллиарды долларов, множество компаний, просто из-за неэффективности грузоперевозок. Одно из важнейших сейчас в потребительском обществе направлений, в самом дорогостоящем бизнесе. Эти две проблемы прекрасно осознаваемы. Я надеюсь, что у меня удалось донести, насколько перегружен мир, и что сейчас это дело каждого человека, потому что мы все гуляем по первому уровню, мы все находимся в опасности. И каждого касается то, что происходит со всей планетой. Второе – это отсутствие безопасности. Отсутствие безопасности на дорогах, в городах, там, где мы живем. Но это не все. Человек строит дороги всюду. Всюду, залезая в самые потаенные уголки нашей планеты. Но планета живая, и где-то дорогу заносит бархамами, где-то ломает движением льдов, снега или болот, где-то заснеживает. Но человек неустанен, двигается вперед, строит и продолжает. И не замечает, насколько техногенное развитие и техногенная сфера влияет на окружающую живую природу. Потому что не понимает, что мы часть, мы находимся рядом. И если такое происходит, с тем, что мы видим вокруг, значит, примерно то же самое происходит и с нами. Мы находимся в замкнутой системе, где существует общее понятие экология. И в данный момент, с учетом всего нашего техногенного производства, мы, к сожалению, вот делаем вот это действие. В общем целом, целиком. При том, что народ, обычный народ, он не заинтересован в этом и как бы не особо задумывается об этом. Потому что он просто работает на своих работах. Но те, кто создают индустрии, корпорации, компании, к сожалению, с экологией не считаются. И противоборствовать кому-то – огромная потеря времени, потому что это борьба, когда можно созидательно создавать и продвигать что-то действительно новое, лучшее, что заменит старое, что люди сами увидят – о, это лучшее. Давайте будем использовать это. К этому мы стремимся. Мы даем лучшее в созидательном направлении. Можно немножко менять мир, как сейчас делается. Где-то что-то чистить, где-то переводить на электродвигатели. Ну, давайте подумаем, если чисто там, где не там, где убирают, а там, где не сорят. То есть нам необходимо не загрязнять, не ухудшать. Та ситуация, которую мы сейчас привели, необходимо убрать те действия, которые привели к ней, а не просто последствия убирать, потому что к этому никуда не придешь. Так же, как вот электродвигатели. Откуда берется эта энергия? Чем мы заправляем наш электротранспорт? В 91% случаев это сжигание. Это все равно сжигание. И вред идет
можно сказать, не меньше, чем от топлива. Поэтому экологические технологии действительно очень важны. Мы в замкнутой системе. Наш шарик дома, мы живем вот на этой вот маленьком пространстве в биосфере планеты Земля. А по факту у нас слева находится огромное количество машин, которые замирают 1,5 миллиона жизней в год и около 10 миллионов делает инвалидами в год. С другой стороны, атомные реакторы, которые отравляют и воздух, потом будут отравлять землю для того, чтобы дать электричество. С третьей стороны, огромные заводы, которые коптят и коптят. С четвертой стороны, огромные мусорные кучи. А мы по центру, огромные комнаты, но комнаты заперты. И пытаемся выжить в этой техногенной среде. Поэтому ее необходимо изменить. И ее действительно можно изменить. Загрязнение окружающей среды. Это одна из проблем, которая касается точно каждого. И моя задача, чтобы вы действительно задумались об этом. Насколько важно наши действия. Насколько важны, чтобы люди стремились в своих городах не запускать лишние заводы. Стремились, чтобы у них была чистая земля, чтобы они чистое кушали или следили за своим здоровьем. Это все от загрязнения окружающей среды. Сейчас даже попить, как 100 лет назад, из каждой реки можно было попить, наверное, из каждого озерца. А сейчас? Но мы это изменим. Изменим простыми технологиями на чистой энергии. Технологиями, которые кардинально уже не улучшишь, только по чуть-чуть, ну, так скажем, только деталечки какие-то, она будет совершенствоваться. Но самая возможность пути, как передвигаться по планете, чтобы ей не вредить, и чтобы можно было передвигаться в любую сторону, это уже изобретено и прекрасно реализуется. Транспорт, который будет в 15 раз экономичнее, если взять электричество и сопоставить эквиваленту топлива. Еще одна из вещей – бережное отношение к ресурсам нашей планеты. Экономия. Не тратить больше, если это не нужно. Когда Юницкий рассматривал передвижение из точки А в точку Б, он понимал, что самое главное, где мы тратим энергию, это на сопротивление и разрушение окружающей среды. Он изучил этот вопрос. У него есть монографии на эту тему, как он выбирал, какой формы должна быть, почему именно такой формы должен быть транспортное средство, сколько колес, где они располагаться, как рельсы, сколько рельс. И в итоге он создал фантастическую аэродинамику. Эти показатели, действительно, как вы слышали в начале, наверное, до начала презентации, в 16 раз выше, чем у Bugatti Veyron, одной из самых быстрых гоночных машин, спорткара. Так что он сделал? Транспорт, автотранспорт, двигающийся по первому уровню, при скорости 60 км в час тратит где-то 30% энергии на сопротивление и разрушение окружающей среды. То есть он сталкивается с воздухом, и она его тормозит. Под низ машины попадает воздух, и называется экранный эффект. Тормозит немножко машину, прижимает. А сзади турбулентность. Там, где мы были секунду назад, туда затекает воздух со всех сторон, и, потому что там сейчас разряженный воздух. И машину он тоже подтягивает слегка назад. Получается, с помощью этого мы теряем скорость. То есть, если это убрать, можно не тратить энергию на это. То есть, очень экономно передвигаться. Что сделал Юницкий? Он, во-первых, поднял транспорт на второй уровень и сделал полотно не сплошным, раздельные рельсы, бирельсовая ферма. То есть воздух проходит как сверху, так сбоку, так и снизу, без проблем. И экранный эффект не создается. Спереди он сделал идеальную форму, чтобы транспортное средство, как нож горячий, в масло входило и разрезало воздух, не сталкиваясь с ним. И сзади, чтобы не было турбулентности, он, так скажем, прямой, обрезанный край транспортного средства сделал таким же, как нос, чтобы воздух плавно сходил и не завихрялся там, не стягивался, не тормозил транспортные средства. И в итоге достиг фантастической аэродинамики, которая позволит нам достигать 500 км в час. Представьте, дамы и господа, 500 км в час. Ты можешь жить где угодно за городом, а ездить
Ну, за городом, например, за Ригой, если вот в Латвии, далеко от города, и за 10, 15, 30 минут добираться до своей работы. Можно работать в столице, либо в другом городе, можно работать даже в другой стране. Представьте, какие возможности раскрываются, при том, что это полностью безопасно и экологично. Экономия фантастическая. Если мы переведем электричество как бы в топливо, то получится, что, представьте, микроавтобус 14 человек со скоростью 100 км в час преодолевают 100 километров и затрачивают 1,5 литра топлива, чуть больше, менее 2 литров топлива. Либо, например, 500 км в час, 6 человек, а не 5. Два огромных отделения для багажа в начале и в конце гораздо больше, чем в транспортном средстве. Стоимость будет такая же, как и у джипа. Но полная безопасность, полная экология, 6 человек на 100 километров, 5,5 литров топлива на 500 километров в час. Дамы и господа, вы понимаете, что эти показатели, эти характеристики действительно нужны каждому городу, каждой стране. Да я думаю, и вы бы тоже хотели передвигаться между городами. Хотите на море съездить быстро? Щелк! И полетели. И не надо, как в аэропорте, в аэропорту долго стоять, загружаться и выгружаться. Все будет более автоматизировано, потому что это закрывающие технологии. Четыре главных основных проблемы. И последние из них – большой расход энергии, которые, как вы понимаете, я сделал несколько намеков таких тонких, они все решаемы. И главное, что они, возможно, их можно было решить уже давно, но кто-то этому препятствует. Тем самым тормозит развитие человечества. Хотя изменения делаются, но вот две дороги, разница в строительстве на 150 лет, а также много материи, также много затратов ресурсов планеты, также много времени, человеческого ресурса. То есть делаются какие-то изменения, делаются какие-то интересные решения, но они неэффективны, они не помогают. Поэтому стоит ознакомиться с новой транспортной технологией, решения, которые помогают, и характеристики, которые действительно удовлетворяют потребление 8 миллиардов, 9 или даже 10 миллиардов человек и более. Потому что Анатолий Эдуардович Юницкий действительно старается и старается для всей планеты, для всего народа и для всего живого, более того. Дорога. Чтобы построить дорогу и передвигаться, настроить сообщение, нам нужно всю флору и фауну стереть вровень, так скажем. Сложное воспринимаемое слово, потому что мы действительно выглаживаем. Там больше не будет жизни. Потому что мы перебьем грунтовые воды, мы уберем эти овраги, мы не дадим флоре и фауне развиваться. Мы весь этот путь должны сравнять. Потом в 10 слоев по технологии положить именно определенную ровную дорогу, чтобы она долго стояла, не ломалась. Хотя, как мы видим сейчас, как чинят наши автострады, это на самом деле очень странно. Но это как будто бизнес. Делать плохо дороги во многих местах, ну, я говорю как минимум про Латвию, делать дороги и уже через год, через два начинать их переделывать. Только после того, как мы все это сделали, потратили много времени, мы можем пустить транспорт. Транспорт первого уровня, который также опасен, также вреден для экологии и также затратен. Смотрите, просто посмотрите, как много энергии, времени и топлива нужно на фотографии слева этому маленькому трактору, чтобы сделать там огромное количество работ. Или как много энергии нужно, чтобы в скальной породе проложить, взорвать, вычистить и проложить железнодорожный путь. Огромное количество затрат со слабой эффективностью. И это надо менять. Поэтому мы создаем транспортно-инфраструктурную отрасль по потенциалу, не уступающую таким отраслям, как авиационная, железнодорожная и автодорожная. Это слова генерального конструктора Skyway Анатолия Юницкого, гениального, гениального изобретателя, который создает много технологий экологических, которые вместе называются «Экомир».
И транспорт, который вы сейчас видите, который уже существует и уже катал людей и перевозил несколько грузов в своих тестированиях и демонстрациях, испытаниях и сертификациях, этот человек создал новую транспортную отрасль, самую эффективную, актуальную и разумную по использованию ресурсов, по использованию топлива для него, по получению этого топлива с помощью возобновляемых источников энергии. И транспорт, который полностью освобождает землю, поверхность земли для жизни флоры, фауны и человека. Дамы и господа, это реальные фото. Просто представьте, у вас теперь по всей планете транспорт, который ни в кого не врезается, не может быть боковых столкновений, потому что они на разных уровнях, так они тоже не врезаются. Полностью вся земля в безопасности. Ваши дети, ваши домашние животные, вы, ваши растения, все в безопасности. И транспорт, который двигается экологично, на возобновляемых видах энергии. Хотели бы вы такой мир вокруг себя? Он скоро будет, обрадую вас, потому что это уже реальные фотографии. На этом транспорте лично я уже катался, причем даже два раза. И это все работает. А сделали это обычные люди во главе с генеральным конструктором, гениальным ученым Анатолием Эдуардовичем Леницким. Мы создали транспорт, который оберегает мир. Мир животных, мир людей, мир растений. Потому что транспортные пути можно будет все, и для грузоперевозок, и для пассажироперевозок, поднять туда, где он будет в безопасности, где есть неограниченное количество пространства. Просто представьте, мы можем в разных направлениях пересекаться, если трассы на разных уровнях. На Земле у нас у всех все транспорты первого уровня, и у них один уровень на всех. А тут у нас может быть много уровней, сколько хочешь. Мы можем передвигаться по всей планете в разные стороны, никому не мешая, ничему не вредя, в полной безопасности и экологии. Прекрасное ощущение от мысли, что это возможно. И все это с электромотор колесами, то есть с мотора, который работает с помощью электричества и двигает наше колесо. Ну и, конечно же, с данных рельс нельзя упасть, никак, есть специальная противосходная система. Безопасность очень высокая. По словам Анатолия Эдуардовича, если сравнить с автотранспортом, с автодорожным транспортом, то безопаснее более чем в 2000 раз, если учитывать все характеристики. Вы поймете, почему. Ведь это простая дорога, сделана очень просто. И насколько большие возможности это дает? Смотрите, из точки А в точку Б мы перемещаемся, мы ставим две опоры, между ними натягиваем наверху струны и закрепляем, натягиваем их предварительно и закрепляем на поверхности земли. И у нас ровная, стройная дорога, которая мало взяла ресурсов планеты, очень легко устанавливается, строится где угодно и будет очень-очень долго служить без капитального ремонта, так скажем, до 100 лет. Представьте, такие возможности с помощью легкой технологии. И можно строить ее очень быстро. А весь мир остается таким же. Земля живая, флора, фауна живая, все продолжает цвести и пахнуть. Такой мир, созидательный мир. И мы к этому идем. Успешно идем. Вот так выглядит сама трасса. Многим кажется, вот это же струна, она же может лопнуть. Дорогие друзья, десятикратный запас прочности, ничего. Даже если ураган будет, транспорт останется на месте и ничего не случится. Даже антитеррористически, если промежуточную опору какую-то взорвут, хотя у нас есть защита определенная, и машинное зрение, и специальные охраняемые, так скажем, заборы по новым технологиям. Даже в таком случае сама трасса слегка провиснет, и с транспортным средством все будет хорошо. То есть Юницкий продумал, как максимально обезопасить человека и как дать ему максимально эффективный транспорт. Струны, пучки струн предварительно натянуты, скручены вместе. Все это в корпусе рельса, в специальном бетоне, в специальном наполнителе, который фиксирует струны на своем месте, упрочняет стенки, консервирует и поглощает шум. Все это в корпусе рельса и сверху головка рельса, по которой идет стальное колесо.
самый большой коэффициент полезного действия при передвижении стальное колесо по стальному рельсу. Поэтому мы так и передвигаемся, чтобы это было максимально эффективно. Трассы бывают разные, транспорты бывают разные. Все зависит от пассажиропотока, от того, от грузопотока, от того, какой вес, какие составы одиночные, либо собираются в составные поезда. Уже более 7 видов разных трасс. Я бы сказал, наверное, уже даже 10 с учетом Объединенных Арабских Эмиратов. И каждая настроена под свой, так скажем, климат, под свои задачи. Например, сверху вы видите полужесткий рельс, снизу провисающий рельс, а по центру бирельсовая ферма, где может быть подвесной и навесной транспорт. Для каждой задачи свое решение. Самые основные из них мы сейчас в процессе проекта должны сертифицировать. То есть должны показать, что есть вот такие направления, такие и такие. Они вот так вот работают, у них вот такие характеристики. Мы это испытали и доказали, просертифицировали. Получили документы, что да, это работает, это соответствует, и мы можем строить подобный транспорт по всей планете. Так вот, дамы и господа, мы сейчас на 14-м из 15 этапов всего этого процесса. 14 из 15. Осталось совсем чуть-чуть. А мы видим наши трассы и наш транспорт уже в реальности. Пощупали его, посмотрели. Более 7 тысяч человек даже прокатилось на разных видах транспорта. И это все создали люди. 500 тысяч человек приблизительно. Единомышленников. Из более чем 200 стран и регионов мира объединились через интернет, чтобы создать народную транспортную технологию. Самый лучший и эффективный транспорт для всего живого на Земле. Самый экономичный, самый экологичный, самый легко интегрируемый куда угодно, который можно очень быстро строить, который за 21 век будет построено около 25 миллионов километров дорог. С легкостью, и все они будут экологически чистые. А те дороги, которые нам перестанут быть нужны, например, как железные, они постепенно уйдут. И мир поменяется. Мир меняется уже, потому что такие проекты, которые создают люди, их очень много. И люди действительно делают огромные изменения, создают новые тренды, создают что-то, чего до этого не существовало. И делают это. Потому что это нужно людям. Потому что это главный залог успеха. То, что нужно людям, хорошо развивается. Но мы бы это не сделали без главного человека в данной технологии. Анатолий Эдуардович Юницкий. Леонардо да Винчи нашего времени. Этот человек всю жизнь отдал науке для того, чтобы сделать жизнь на Земле прекрасной. Он попал в энциклопедию «Люди нашего тысячелетия», 100 выдающихся лидеров России, потому что всю жизнь изобретал, сделал более 200 изобретений, более 20 монографий, несколько грантов в ООН. Потрясающий человек, который создает экологические технологии, который создает технологии с направлением на более чем 100 лет. То есть он знает, куда двигать экологические технологии. Он знает, как заменить вредоносные технологии. Более того, это транспортный проект. Это самый простой, самый земной, первый проект, который он запускает. Как только мы закончим 15-й этап, пойдут следующие, дамы и господа. Поэтому это только начало. И этот человек объехал всю планету, чтобы найти единомышленников, чтобы найти и понять, кто будет с ним, кто поможет развить действительно важные проекты. И мир не без добрых людей. Когда-то он, его семья, его единомышленники, 10-100 человек, 1000 человек. Потом их стало 10 тысяч, 100 тысяч. Сейчас нас полмиллиона. Полмиллиона человек, которые уделили свое время, чтобы изучить, что это за личность. Почему к нему так много внимания? Почему к его технологиям так много внимания? И тогда вы поймете, зачем поддерживать его технологии и его проекты. И что это стоит действительно сделать. Далай-лама
у которого он был на приеме, поддержал и благословил нашу технологию и Анатолия Эдуардовича Юницкого, потому что понимает, что мы будем строить экологические города, экологические дома, которые сами без себя обеспечивают. Свяжем все это экологическим транспортом, чтобы земля могла процветать. Землю восстановим гумусом одним. Это все проекты, и это каждый отдельно, это проекты Анатолия Эдуардовича. Эко-города, линейные эко-поселения, эко-дома, которые сами себя обеспечивают, и гумус, например, вынос вредоносного производства, так скажем, вредной техногенной сферы за пределы нашей биосферы. Все эти технологии есть. И за них он, кстати, в 2018 году в Братиславе в декабре получил премию мира. Не только за тот транспорт, который вы видите, не только за то, что уже существует, а за все его экотехнологии, потому что там огромный спектр. И в данный момент вы действительно видите искусственный интеллект, полуандроид, которых много, вся транспортная сеть, каждое транспортное средство, как рой, объединены вместе. С помощью искусственного интеллекта и алгоритмов он знает, что делать, он выполняет все необходимые действия, знает, что необходимо, как отбуксировать другое транспортное средство, если что-то произошло. Вся система связана, и каждая анкерная опора даже связана с транспортными средствами. Если где-то что-то идет не так, то вся система предпринимает решение. И это закрывающая технология. Та технология, которая освобождает человека от участия в ней. То есть она ее можно настроить, что она работает сама по себе. Она освобождает время для человека и делает очень экономичный транспорт. Машинное зрение позволяет нам действительно ехать в нашем транспорте туда, куда мы сказали, и все это время быть свободными. Автоводители, просто представьте, ну действительно, вам нужно куда-то ехать, вы садитесь, едете, но вам не нужно рулить. Вам не нужно все это время сидеть в напряжении, быть в полном концентрации вокруг, ну, на окружающий мир. Вы можете так делать, потому что вид из транспорта, когда на нем едешь, просто потрясающий, по собственному опыту говорю, особенно на легко провисающий, когда ты высоко. Но ты сам решаешь. Ты можешь заниматься работой, можешь общаться с человеком, а транспорт сам едет до нужного тебе места. Поэтому данные возможности, особенно если вы посмотрите на данные графики, то увидите самые лучшие показатели. Юницкий модернизировал более 20 лет наилучший вид транспорта, который будет самым-самым эффективным, самым актуальным. И критики очень хорошо помогали в этом, потому что они подсказывали, это вот не продумано, это не работает, а это как, а это непонятно. Поэтому в данный момент за более чем 20 лет данная технология отточена до идеала. И сейчас уже модернизируется только, так скажем, конечно, то есть мы испытываем, демонстрируем наш транспорт, наши трассы, находим какие-то детали, которые были не видны, мы не знали, например, что так будет, но именно по технологии. То есть происходит сертификационный испытательный процесс, когда все проверяют. И в данный момент, представьте, 14 из 15 этапов, у нас уже часть транспорта сертифицирована, часть трасс сертифицирована. Поэтому, ну, можно сказать, ну, то есть транспортная отрасль почти готова для своего распространения. Можно сказать, что есть сейчас альтернативы, или можно назвать их конкурентами. Но если вы чуть больше изучите характеристики, вы поймете, что конкурентов нету. Я просто, честно скажу, за полтора часа или за час не смогу передать вам все информации, которые я узнал за последних 4 года. И какую-то часть информации придется изучать самостоятельно. Либо связаться со мной, тогда я смогу вам передать гораздо больше. Но другие транспортные отрасли, они неэффективны. Они не дадут так много пользы и принесут вред. Очень затратны, особенно по ресурсам планеты. А наш транспорт дает огромные характеристики. Сейчас доказывает их и будет одним из самых экономичных на планете. Этот транспорт сможет удовлетворить все потребности человека. Как в пассажироперевозках, в абсолютно разных видах, так и в грузоперевозках.
например, как Unicont может перевозить любые виды контейнеров. Unitrax, сыпучие, жидкие, штучные грузы. Или Unitrans для перемещения. Для некоторых месторождений данные технологии, которые придумал Юницкий, просто необходимы. Потому что с ними все станет намного дешевле. Производство, добыча и намного безопаснее. То, что вы сейчас видите, это картиночки. В 2016 году я тоже смотрел на картинки и думал, серьезно сделайте, надо вас поддержать. Если у вас получится, это будет переворот всей Вселенной. Но я не думал, что так быстро. Потому что уже в 2016 я увидел первый Unibike, это второй здесь по счету. А сейчас они все ездят в железе, они все ездят. Они все испытываются, часть из них просертифицирована уже даже. И трассы тоже некоторые просертифицированы. То есть процесс идет прекрасно. Оказалось, что все работает, все реально. И гораздо быстрее, чем я себе представлял, они развиваются. Потому что представьте, создать сейчас уже более 12 машин в железе сделано. Около 16 разработано всего, еще и в 3D проектировании. Их просто не делают для сокращения затрат, потому что сейчас на них нет заказов, на них так не смотрим. Но на грузоперевозки сейчас какой ажиотаж у нас. Поэтому мы работаем, испытываем, демонстрируем и сертифицируем транспорт. Причем в разных направлениях, и в тропическом климате в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Белоруссии в умеренном климате. Разные виды транспорта. Ну и, конечно же, мы представляем его в мире, потому что многие люди не могут поверить о том, что это есть. А сейчас самое важное, чтобы люди узнали и увидели видеоматериал, увидели, что это реально, что это работает, что это ездит, что это катает людей. Вы можете все это увидеть на Экофесте, либо приехать сами в Белоруссию, или, как может быть, сейчас уже будет один Экофест в Белоруссии, а один в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот, и увидеть это собственными глазами. Либо посмотреть запись с Экофеста, например, 2020. Чуть позже я об этом скажу. Мы были на 18 международных выставках, чтобы заявить о новейшей технологии. Одна из них, мы были уже два раза там, в 2016 году и 2018, Инотранс Берлин. 160 тысяч человек за 4 дня, 183 тысячи квадратных метров, это целая часть города, в которой ходят автобусы внутри, чтобы переехать от места к месту, 3049 стендов, и мы одни из самых лучших. Один из самых посещаемых стендов. Из 25 делегаций, из 18 стран у нас были все, потому что там представляются инновации в транспорте. И честно вам скажу, и услышал это от многих людей на разных языках, что это самый инновационный транспорт, который они увидели за 4 дня на этой выставке. И это действительно так. Мы представили там в 2016 году два транспорта, в 2018 два транспорта. И всегда ажиотаж. Если вы посмотрите на самую верхнюю левую фотографию, даже соседи, швейцарцы, которые сделали такой вот вагончик, да, у них все время было пусто, потому что все сразу шли к нам. И даже их сотрудники смотрят на наш стенд. Смотрят, изучают и слушают, по каким же технологиям он проходит. У нас был потрясающий внутренний стенд с разными направлениями, поэтому было очень здорово встречать людей. Даже мне удалось немножко пообщаться с людьми, помочь, потому что не хватало специалистов, чтобы рассказать о нем. И пришлось даже и мне и на русском, и на английском. Даже давали интервью на международный канал, потому что Юницкий Анатолий Эдуардович был занят. Я помог одной репортерше как-то с ним связаться, но долго было ждать. И пока она задавала вопросы, я ей отвечал, он говорит, много знаешь. Может, ты мне расскажешь? Так что есть репортаж на потрясающем канале, интернет-канале, который переводится на 42 языка, о краудинвестинге, о краудфандинге и о новых экологических транспортных технологиях под брендом Skyway. Струнные технологии Юницкого. Они уже знают по всему миру. О данных технологиях действительно, слух прошелся по всему миру. Многие СМИ и в газетах, и видеорепортажи, телерепортажи, и радиорепортажи о нашей технологии. А мы успешно в этом времени, пока она популяризируется, и мы доносим до людей, что можно выбирать
еще более лучший вид транспорта, мы сертифицируем это. Сертифицируем, чтобы к окончанию, по окончанию 15-го этапа начать строиться по всей планете. Начать строиться и делать лучший транспорт в мире. Мы уже имеем более 80 патентов на промышленные образцы, товарные знаки и изобретения во многих странах. Более 23 стран Европейского Союза, США, Австралия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Россия, Белоруссия. Больше информации вы можете узнать на сайте www.unitsky.engineer. И мы это делаем не одни. Кроме того, что 500 тысяч человек поддержало данную технологию, так в данной компании, в ЗАО «Струнные технологии», Unitsky String Technology, там работают уже более 1000 сотрудников. У нас есть несколько офисов в разных городах. Это все входит в краудинвестинговый проект. Создать офис, создать базу, нанять специалистов, где-то обучить их, где-то научить работать вместе. И сейчас более 1000 человек, высококлассных специалистов, которые постоянно повышают свою квалификацию, работают на передовых компьютерах с лучшими, с лучшим программным обеспечением, как, например, 3D Experience от Dassault Alto. Создавать транспортные средства, создавать станции в виртуальной среде, где ты можешь все проверить, где много людей с разных уголков планеты могут сразу работать над одним проектом. Проверить все и не допустить ни одной ошибки, которую можно было бы допустить при строительстве. На стадии разработки и проектирования увидеть все. И даже прокрутить время вперед о том, как будет разрушаться та или иная структура. То есть потрясающие возможности. Скажу вам, что это передовая в мире компания и программа, и наша компания уже, например, в Москве, как эксперт представляла 3D Experience. То есть уже как ребята, которые занимаются и работают с этой программой, рассказывали другим людям о том, и другим компаниям о том, как можно улучшить свой бизнес или свое проектирование с помощью данных технологий. То есть передовые технологии. Сейчас уже более чем на 10 тысяч квадратных метров новый офис в Беларуси, СВ, наша Unitsky String Technology. Более 700 человек работают там, более 80 конструкторских бюро разных направлений, где работают команды, и улучшающие постоянно свою сферу. Но это еще не все. Те, кто уже поддержали данный проект, данную технологию, у них есть, они совладельцы всего, что вы сегодня видели, связанного с нашей технологией. И они совладельцы трех заводов, три завода в Белоруссии, более чем малосерийное производство, огромное количество станков, то есть полное производство для, так скажем, малосерийного, как минимум, производства с расширением уже сейчас, потому что в Арабских Эмиратах у нас есть огромное продвижение. Три завода, бывший завод Йомобиля, у нас был второй завод, сейчас к нему пристроили еще третий завод. И опять же, это все наша собственность, наше производство. Оснащены по последнему слову техники. 3D-принтеры, лазерные резки, гибкие. Некоторые станки стоят 500 тысяч долларов. И у нас такой не один. То есть мы создаем продукцию как космическую. Можем создавать уникальные вещи. И мы создаем как бы электротранспорт, но который не проще, чем летательные аппараты, не проще, чем наши самолеты. И видео с производства, самые последние, потрясающие. Я не могу сдержаться, и хотя бы одно я вам покажу. Производственные мощности. Чтобы вы не поняли, насколько серьезно у нас развивается производство. То есть вы видите, действительно обширное производство, очень разнообразное и действительно для уникальных
продуктов 21 века. И кроме этого, мы совладельцы двух парков, в котором и должна проходить сертификация. То есть мы получили землю, бывший танковый полигон, и в 2016 году начали строительство там, для того, чтобы построить трассы, поставить на них транспорт, испытать все это, зафиксировать, продемонстрировать и сертифицировать. Получить все документы и строиться по всей планете, заменяя неэффективные транспортные отрасли на транспортную отрасль, да, на эффективную транспортную отрасль. Уже в 2019 году этот парк пышел и расцветал. Поэтому посмотрите, как он начал выглядеть. И это действительно место строительства, испытаний, но все чисто и экологично. В 2020 году мы видели, как там все достраивается, модернизируется, добавляются новые здания, испытательные центры. Например, испытательный центр, в котором колесо накатывает 1 000 000 километров и смотрит, какая максимальная скорость вообще возможна при таком виде колеса, таком виде колеса. И то есть это специальное отдельное здание сделано по безопасности, чтобы полностью проверить, где максимумы. То есть все делается с максимальной безопасностью, с максимальной точностью. Ну и, конечно же, одно из высших образований нашего Анатолия Эдуардовича Юницкого – это патентное право, поэтому вся технология хорошо защищена. 2021 год. Наш экотехнопарк на 14 этапе из 15 по развитию краудинвестинга, по плану. И сейчас здесь работает все, испытывается все. То есть мы действительно плавно идем и завершаем весь наш проект, который начался в 2014 году. И, возможно, в следующем году мы уже и завершим 15-й этап. Но забегать не буду, не знаю этого точно. Но что знаю точно, я несколько лет подряд был на Экофесте и видел, как развивается данная технология. Поэтому, дамы и господа, все я вам не смогу передать за 1.5 часа. Зайдите, пожалуйста, на YouTube, наберите EcoFest 2020, прямая трансляция, и посмотрите либо полную, она около 6 часов, либо отдельные видео. Есть ответы на вопросы от Анатолия Эдуардовича, есть выступление из экотехнопарка, есть ежегодный доклад о проделанной работе и доклад из Центра сертификации из Шарджи от нашего Олега Зарецкого. Я очень рекомендую, вы поймете, насколько масштабно двигается проект, невзирая ни на какие коронавирусы, ограничения. У нас работа идет, двигается и двигается очень успешно. А для того, чтобы вы были подкреплены этими словами, что очень успешно, это слайд, скриншот с вебинара Владимира Маслова, нашего члена правления, который вебинары проходит 2 раза в месяц. И что он говорит? Отвечает на вопросы. Зная положение стадий адресных проектов, сегодня уже можно говорить о протяженности транспортных маршрутов в пределах 850 километров. То есть это уже адресные проекты, которые разработки, которые, можно сказать, делаются, потому что, вы понимаете, это не только строить, разработать, это часть всего проекта. Кроме того, рассматривается подготовка к проектированию 200 километров трассы и 890 километров трассы. Около 2000 километров. 2000 километров для нашей компании. Как только мы хотя бы с первой трассы покажем характеристику, как она у нас работает, что это действительно так. Даже после сертификации можно верить, но самый большой бум будет, когда люди увидят, как это работает. То есть когда будет адресный проект, которые приносят свою пользу, люди увидят, насколько, во сколько раз данные транспортные, струнные транспортные системы эффективнее, чем другие. Далее. Я здесь отмечаю проекты в ОАЭ, Эстонии, Вьетнаме, Финляндии, Российской Федерации, Словакии, Кении, Нигерии. И это только то, о чем я знаю. То есть, дорогие друзья, у нас потрясающие возможности и развитие. Каждый человек, который связан с этим проектом, поддерживает его, помогает ему, делает этот мир лучше. А тот, кто поддержал и стал совладельцем данной технологии, в течение всей жизни с передачей по наследству будет получать огромную пользу за то, что сейчас спасает планету. Если вы думаете, есть риски, нету рисков или какие сильные стороны, опять же, из вебинара, скопируйте себе
Сделайте скриншот на компьютере или на телефоне, чтобы изучить и подумать насчет этого. Потому что характеристики и польза максимальная, которую только можно представить от данной технологии и от будущей технологии Анатолия Эдуардовича. А риски, когда это был первый этап, либо шестой этап, когда еще ни один транспорт не ездил, когда я поддержал, например, данную технологию, приходилось много изучать, потому что не факт еще, как это вообще так будет строиться и так далее. Вы сейчас видите, транспорт ездит, уже сертифицированный даже есть. То есть риски того, что это необходимо, того, что это актуально, и того, что это работает, они исчезли, они растаяли, как снег сейчас в апреле. Риски остаются, как и во всем в другом. Жить риск, кушать риск, из магазина покупать продукты, потому что большинство с ешками, и это уже как бы считается нормой. Много чего риск. Но здесь риски. 14 из 15 этапов. Вы видите вот подобные фото. Вы видите подобные видео. И это происходит не в одной стране. Вы видите много разных транспортных структур, то есть разных путей, разных транспортов. И не только в Беларуси. Поэтому, дамы и господа, пожалуйста, изучите больше, развивайтесь, интересуйтесь, узнайте больше о том, какие успехи у данной технологии и как вы можете использовать данную информацию. Обратитесь ко мне или обратитесь к человеку, который вам рассказал о данном проекте. Я с удовольствием, либо другой человек с удовольствием, я уверен, расскажет вам о том, что мы делаем, как участвовать, как ускорить это. В Объединенных Арабских Эмиратах, например, работа идет очень скоро, потому что там люди гонятся со самыми высокими показателями, за самой эффективностью, за самой актуальностью. И поэтому в Шарджи, в штате Эмирате, который считается, так скажем, записан в наследие ЮНЕСКО как культурная столица Объединенных Арабских Эмиратов, там мы, можно сказать, как Силиконовая долина в Калифорнии, центр, где разрабатываются самые передовые программы, продукты, услуги, новые технологии, то есть место, где инновации создаются. И в этом инновационном всем центре мы находимся на самом фасаде. Хотя там должны были быть другие компании. Но поскольку Эмир Шарджи является ученым и защитил две докторские диссертации, и знаком с ЮНИСКИМ, поделившись друг другом, они поняли, насколько важен этот проект. И Эмир Шарджи сказал, я хочу, чтобы это будущее было вот прямо вот здесь, вдоль вот этой вот дороги, чтобы я ехал по этой дороге и видел, что будущее настало уже здесь и сейчас. Напротив, кстати, у нас американский университет Шарджи, где учатся около 50 тысяч студентов. И там же будет кафедра Skyway. Представьте, очень удобно будет на струнной дороге из главного корпуса, и ты уже в инновационном центре Skyway находишься и можешь на практике, так скажем, учиться, как делать эти прекрасные машины. Очень масштабный проект. Когда я увидел первый раз фотографии, я подумал, о, это ж как долго должно строить, такая красота, это ж все, как это будет? А они создали его за полгода, сам проект, хотя это годами могут создавать, и очень-очень быстро. Но поэтому это и Арабские Эмираты. И в 2019 году мы были там. Мы были в Арабских Эмиратах, встречались с Анатолием Эдуардовичем Юницким, видели первые промежуточные опоры для провисающего транспорта и видим, насколько быстро развивается там наша технология. Уже сейчас за испытаниями, за сертификацией наблюдают и из данной страны, и из соседних стран представители, потому что очень заинтересованы в транспорте, в подобном транспорте, в тропическом исполнении. И у нас есть на официальном уровне проект о 21 станции, 15 километров в Дубай-Марина, в бизнес-центре Дубая, в одном из мировых бизнес-центров. И они интересуются этим не потому, что могут себе позволить, а потому что интересуются лучшим. Потому что это одна из самых экономичных отраслей транспорта.
минимум тратится по сравнению с другими. Но Арабские Эмираты понимают, что характеристики в первую очередь. И раз они лучше, но есть риски, тем не менее нужно попробовать. И сейчас они видят, что они прогадали. Сейчас Арабские Эмираты действительно в большом сотрудничестве с Анатолием Эдуардовичем Юницким, с InSky String Technology. Потому что какой, если не такой город, действительно способен запустить быстро этот транспорт и просто за пару щелчков сделать известным его на весь мир? Потому что наша задача не бизнес. Наша задача сделать действительно эффективный транспорт. Действительно безопасный транспорт. Это реальные фото из Шарджи. Наш транспорт уже ездит. Уже готов принимать пассажиров. Рядом с ним еще 4 трассы. Еще 3 трассы, прошу прощения. Всего 4. По 2,5 километра. Для пассажира потока большого и для грузового груза потока большого. Одна трасса, например, до 200-250 пассажиров, это 10 составных транспортных средств. А на другой юниконты, которые могут перевозить до 35 тонн любые контейнеры. Сами не около 15 тонн, в общем 50. Это еще 2 трассы. Ну и еще одна третья, получается уже 4-я трасса. Это та трасса, которая строится уже в том стиле, в котором будет выполняться адресный проект. Потому что есть еще в информационном пространстве информация о нескольких проектах, которые намечаются в Объединенных Арабских Эмиратах. И уже даже оглавляли их расположение и место. Эту информацию вы сможете посмотреть на сайте skyway.capital. То есть официальный сайт компании Skyworld Community. Ну и, конечно же, Экспо 2021 скоро. Уже первые зарисовки пришли. Дамы и господа, очень жаль, что не было в 2020 году, но в 2021 мы заявим очень серьезно о нашей технологии. Арабские Эмираты это очень порадует. И уже сейчас, даже при том, что мы не закончили, они действительно начали очень активно сотрудничать. Потому что главное условие их было для продолжения строительства вот второй, третьей, четвертой трассы в Skyway Innovation Center, сейчас это называется Research and... Нам необходимо было доказать, что технологии они видят, да, интересно, но докажите, что вы можете в нашем климате работать, что у вас есть решение к такой температуре, которая у нас, в огромном количестве солей морских в воздухе, которые разъедают, очень большая коррозия, и в таком количестве вездесущего песка. Покажите, что у вас есть решение, и мы продолжим работать. И Анатолий Эдуардович сделал прекрасный транспорт в VIP-исполнении, который выдерживает фантастические высокие температуры. И этот транспорт сейчас уже готов прокатить Эмира Шарджи и показать, насколько же это эффективный транспорт. Поэтому движение продолжается. Движение идет. В нашем центре приезжают разные делегации из Азии, Европы, из соседних стран, чтобы увидеть, как проходит движение. Первый экологический деревянный дом на территории Объединенных Арабских Эмиратов, потому что их там нельзя строить. Но Анатолию Эдуардовичу можно, потому что его технологии действительно просто превосходят то, что есть сейчас в мире. И это только начало, что мы с ним делаем. Также показали, как двигается наш транспорт. Вот, были на станциях. Станции наши уже практически полностью готовы. Для, ну, так скажем, для эксплуатации, для того, чтобы показать всю систему, как это будет работать. Ну и, конечно же, и очень интересные отзывы. И, как я говорил, на радио и в СМИ появляются на официальном уровне, на государственном уровне репортажи о нашей прекрасной технологии. Поэтому, дамы и господа, мы создаем действительно новую транспортную инфраструктуру, в которой может участвовать каждый человек, который может поддержать каждый человек. Каждый человек, абсолютно каждый, по моему мнению, хотя бы должен один раз услышать, чтобы на его ответственности осталось то, поучаствовал он или нет. Изучил больше, чтобы понять, что это самый колоссальный проект за всю историю человечества. Или не изучил и не понял этого. Я надеюсь, что как минимум вы поделитесь частичкой со своими близкими. Потому что в данный момент у нас 500 000 человек
за чуть более чем 5 лет. Но это сообщество SkyWorld Community, оно будет расширяться и дальше продвигать экологические технологии. Это лишь только начало. Поэтому чем раньше, тем лучше, дамы и господа. Так много единомышленников, как здесь, я не находил и не встречал нигде. И помните, мы хоть и на 14-м из 15 этапов развития, но финансирование сейчас, поддержка проекта для того, чтобы он двигался вперед, мог себя завершить, так же важна, как и на первом этапе. Я понимаю, что у Анатолия Эдуардовича с Арабскими Эмиратами, в общем целом, с проектом все схвачено. Он понимает, что мы его закончим. Просто его можно закончить быстрее. Его можно закончить не за 3 года, а за 2. Или не за 2 года, а за 1. А все зависит от участия каждого человека. Либо словом, либо делом. Либо поддержать его средствами. Каждый человек выбирает сам. Но первое, что было бы очень здорово сделать, просто изучить. Потому что, когда вы увидите, кто он, что он создает, и действительно посмотрите побольше видео, как это все передвигается, нельзя себе соврать, что это не самое гениальное, то, что сейчас происходит на планете, что действительно изменит мир. И фотографии, и видео реального транспорта действительно помогают нам понять, что это реальный проект, это реальная технология, это реальные люди, это реальный бизнес. Самый дорогостоящий бизнес в мире – транспортный бизнес, транспортная инфраструктура, перевозка грузов и пассажиров. И у нас наилучшая технология. Первая, number one, по сравнению с другими транспортными отраслями. Представьте наши города, представьте наш мир, где вся Земля, вся поверхность Земли принадлежит нам, флоре, фауне и человеку. Наши дети в безопасности. Наши животные в безопасности, мы в безопасности. Мы живем в городе, где свежо пахнет, где есть чем дышать, где можно выращивать продукты, и они будут чистые. Не будет СО2, не будет продуктов сгорания в них, потому что они впитали это из воздуха. Мы способны сделать это, этот мир. Мы уже его делаем. И чем больше нас, тем быстрее мы его делаем. Поэтому, дамы и господа, прошу вас, развивайтесь, интересуйтесь. Смотрите больше новостей, общайтесь с людьми, которые уже инвестировали, либо, так скажем, поддержали данный проект с помощью кредитования по договору конвертируемого займа. Мы кредитуем технологию, даем ей возможность на наши средства развиться. Тем самым, если хотим, становимся совладельцами данной технологии и будем в течение всей жизни этой технологии получать дивиденды. Мы, наши дети, наши внуки. Представляете себе такой мир? Когда находишься в Арабских Эмиратах, между высоток данный транспорт вписывается в лед. Вот прям вот вообще, как будто он прям должен быть. Как будто он там уже был, где он, кто его снял. И мы понимаем, что вся планета с благодарностью станет доступна для нас, когда мы сделаем эту модернизацию. Дамы и господа, мы на пороге 6-го технологического уклада. На пороге технологии, которая изменит облик планеты. И это будет двигаться, понимаем мы или нет. Потому что в общем мире она необходима и очень важна. Вот компании, которые создали мир таким, каким мы его знаем сейчас. С появлением интернета, виртуальной реальности, гаджетов. 5-й технологический уклад. То есть до появления интернета и вот этих всех компаний был один мир, сейчас другой. Они были нужны людям, хотя вначале не все понимали, что нужна Alibaba или что нужен Apple какой-то компьютер. Вон один из людей, даже который пытался развить, подумал уже перед самым стартом, что не нужно это будет никому. А людям было нужно. И смотрите, $10 капитализировались в $100 000. То есть то маленький кусочек предприятия, который стоил $10, сейчас стоит $100 000. А Alibaba $100 спустя 18 лет стоит 1 782 000. Это историческая статистика, вы можете ее проверить. Это капитализация, когда что-то стоило мало, а потом стоит много. Мы создали компанию, она стоила 10 тысяч, развили ее немножко, и она уже стоит 20 тысяч. Она выпускает, сделала себе имя, она уже стоит 30 тысяч. Вот таким вот способом
создается капитализация. Задайте себе вопрос, хотели бы вы участвовать в этих компаниях, иметь маленькую долю в этих важных, актуальных компаниях тогда, 10 лет назад, 30 лет назад, 20. Так вот сейчас у нас есть такая возможность. Если в прошлом нету, то сейчас есть в настоящем. Потому что у вас на глазах развивается одна из самых важных компаний в истории. Потому что с помощью нее переделается мир. И это необходимо каждому человеку. Все будут рады, народ, человечество как вид. Все живое будет радо нашей технологии. Потому что она сделает наш мир легким, плывущим и летающим по воздуху. Очень быстро и безопасно. Это сделано обычными людьми, такие как вы и я. Для того, чтобы завершить 14 и 15 этап, нам лишь нужно вместе это сделать. Вместе изучить, поделиться с другими людьми и поддержать. А компания SkyWorld Community вам в этом поможет. Поэтому, дамы и господа, спасибо за ваше внимание. Приходите, пожалуйста, на презентации. Завтра в 12 часов по Москве, 20-го во вторник, на следующей неделе в 7 часов Влад Волков. И через 2 недели, 27-е, 28-е число, вторник и среда, как вот сегодня и завтра, в 19 и в 12 часов по Москве. Приглашайте своих друзей, приглашайте знакомых. Пусть узнают, насколько большой путь пройден. Потому что многие поддались стереотипам. Стереотипам, которые где-то звучат. О, это какой-то проект, нет, значит, это не будет. Это же не какое-то государство делает или компания. О, это люди сами делают, тоже ничего не будет. Нет, сейчас с помощью народного финансирования действительно создаются потрясающие вещи. И сейчас то, что у нас 500 000, это только начало. У нас будет 1 000 000 и больше, как заявляют наши члены правления, что мы будем идти, как SkyWorld Community, до момента, пока как минимум 10% населения планеты не станет независимыми. Потому что с помощью этих 10% людей, которые управляют своим временем, мы сможем сделать рай на Земле, каким он и должен. Наш дом и есть рай. Все зависит от того, как мы его используем и как мы здесь живем. Как только закончится 15-й этап, мы продолжим следующие технологии. Экологические дома с озеленяемыми крышами, эко-города, линейные города, где можно будет добраться из любой точки, либо без пересадки, либо с одной всего пересадкой. Разные виды транспорта. Мы сможем в любом уголке планеты строиться, в любом уголке, в любой температуре, на любой местности. А потом продолжим с 27-го года, с 2027-го года, выносить вредоносные техногенные сферы, вредоносные технологии в ближний космос и на орбиту Земли. Туда, где нет понятия экология. Туда, где она не сможет вредить живому. А на Земле, в нашей биосфере, в нашем доме оставим только экологические технологии, чтобы там процветала жизнь. Спасибо вам большое за ваше время. Спасибо за 1.5 часа вашего внимания. Я надеюсь, я донес до вас хоть капельку того ощущения, которое я познал, занимаясь 4 года данным проектом. Изучать еще и изучать. Но, дамы и господа, это одна из самых важных информаций, которую я когда-либо получал в своей жизни за 30 лет. Поэтому сейчас я стараюсь всеми возможными способами помочь Анатолию Эдуардовичу, который уделил 70 лет своей жизни на это, на сохранение нашей планеты для всего живого. И я сейчас стараюсь максимум опыта получить и максимально помочь ему запустить эту технологию. Как только мы закончим 14-й, сейчас и 15-й этап, последних 1.5 этапа, конец 14-го и 15-й, мы докажем, что народное финансирование работает, что от человека к человеку передавать информацию гораздо эффективнее, чем через телевизор, рекламу, радио или интернет. Мы докажем, что народ может создавать и влиять на все человечество, на всю планету. А тогда без проблем будут запускаться любые проекты, потому что люди поверят, насколько это рабочее.
А тем, кто сейчас уже способен изучать и искать, посмотрите, что сделали с помощью народного финансирования за последних 10 лет. Вы будете ошеломлены тем, что это все создали не государства и банки или корпорации, а просто люди, найдя единомышленников, по крупицам собрав ресурсы, создав действительно крупные компании или даже корпорации. Я желаю вам всего доброго, дамы и господа. Наш мир – наш общий дом. И мы берем эту планету не взаймы, не в наследство у наших родителей, а взаймы у наших детей. Поэтому на какой планете будут жить наши дети, зависит от нас. 15-й этап не за горами. Прошу, изучайте, звоните, пишите. На Фейсбуке Артем Курбанов, WhatsApp, Telegram, как вам удобнее. Если у вас есть вопросы, я постараюсь вам донести аргументы, которые я знаю, чтобы вы смогли принять аргументированное решение. Пройти мимо, поизучать еще, либо поддержать. Спасибо за ваше внимание. Будьте здоровы. Желаю вам океана улыбок, как от других людей, так и своих собственных. А с вами был Артем Курбанов из Латвии Даугавпилс и компания Sky World Community. Всего вам доброго!